Конкурсы, фотозоны и оркестр в фойе, а в манеже – грандиозное шоу «Бурлеск». Мастерство от лучших артистов королевского цирка Гии Ирадзе и компании «Росгосцирк». Световые и звуковые спецэффекты, масштабные декорации и яркие образы. Воздушные гимнасты, жонглеры, акробаты и большое количество животных. В эпилоге поздравить артистов и зрителей с Днем цирка в манеж вышли заслуженный артист России Гия Ирадзе и директор самарского цирка Валерий Блинчиков. Сегодня для всех нас, цирковых людей, которые этому искусству служат верой и правдой, огромный праздник. Сегодня Международный день цирка. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить всех с этим замечательным днем. Шоу «Бурлеск» уже полтора месяца собирает аншлаги и восторженные отзывы самарских зрителей. Гастроли стремительно подходят к финалу. Осталось три заключительных представления. Увидеть выступление артистов в Самаре можно только до 24 апреля. Максим Магомедов, Григорий Плешаков. События.